Ребята, всем привет! С вами Вика. Я живу 20 лет в Германии, о том и рассказываю. Всем доброе утро, время 6 часов вечера. Я проснулась. У меня сегодня выходной. Я решила себе дать вот поспать столько, сколько организм требует. В общем, у меня сейчас такое умиротворение. Но дела есть. В общем, мне нужно подстричься, выбрать новые очки. Короче, у меня столько дел таких вот личного какого-то характера. А времени нету. И вот вместо того, чтобы я пошла дела свои делать, я спала весь день. И то настроение хорошее. Иногда можно и дать себе поспать, оказывается. Вот. Сейчас пойду в парикмахерскую. Надеюсь, что очереди не будет, термина у меня нет. Как всегда, такая, обрежу волосы вот так. Ничего не обрежу, только кончики подровняю. Что, ребята, я подстриглась, кончики выглядят здоровыми. Немножечко мне челку здесь сделали. Прикольно смотрится вообще. Нет, классно. У меня очень сильно волосы испортились после операции, прям ужасно. И выпадают прям с бешеной силой. Постоянно у меня на расческе там по 200 волосинок. В общем, подстриглась. Хорошо, мне нравится. Опять они удивлялись моему цвету волос. Что за краска? Я говорю, натур. Все, пошла теперь попробую очки выбрать. Эти очки мне идут, мне нравятся, но они неудобные. Они очень тяжелые и давят сильно вот здесь вот за ушами. Посмотрим сейчас что-то новенькое. Ну вот, как всегда, пару кадров с любимого Швебишхаля. С центра города. Хорошо, здесь мне очень нравится. Ой, кадр кто-то попал. Все, бегу. Время 6. Наверное, уже все оптики закрыты. Ну, гляну. Ребята, все, 7 вечера. Красота какая у нас, смотрите. Я себя так налюбила. Целый пакет себе купила всяких девочкиных штучек. Капец, я тут думаю, это ж надо себя так любить. Безусловно. Вот, в общем, купила себе тушь, купила себе парфюм, всякие масочки, уходовые средства для волос. Волосы вообще после операции, я уже говорила, да? Ой, не того качества, что раньше. Так, мне вот сюда надо будет сходить, сделать контроль моего пальца. Кто недавно на канале, то у меня опухоль пальца обнаружили в прошлом году. Через полгода сказали, ну, она доброкачественная была, сказали контроль сделать. Меня как всегда забило на всяких контролеров. Вот, и ребро мне нужно будет проконтролировать. В общем, через 3 недели пойду. Хотя уже 2 прошло, но еще болит. Ну, ладно. Вот, иду довольная, счастливая. Сейчас, может, на работу заеду на кофеечек. Ой, я так люблю свой город, вы даже себе представить не можете. Я каждый раз вот смотрю и думаю, ой, ну это ж театральная декорация, ну как это может быть настоящим? На улице у нас, смотрите, ну да, Мариночка говорит, у вас почти лето. Нет, у нас весна, но уже летом попахивает, конечно, все цветет, расцветает. И птицы, самое главное, вот что я здесь люблю, это... птицы. Как только весна начинается, они начинают прям... Их здесь очень много. Но немцы за этим следят, конечно. Создают условия. Слушайте, 7 вечера. Как будто я в центре Штутгарта иду. Машины, велосипедисты, люди. Все, иду на парковку. Вот, удался день. Поспала. Выспалась. Все дела сделала. И знаете, вот бывают такие дни... когда вообще ничего не получается, да, ты вот куда-то приходишь, там закрыто, куда-то приходишь, там нет того, чего ты хотел. Ну, кстати, да, про очки. Ребята, представляете, мои очки купили. Они были такие экстравагантные, такие классные. И их купили и сказали, больше завозить не будут. Теперь я их в интернете поищу. Я даже в них сфотографировалась. Так уж они мне понравились. Ну, просто дело шло к... Я вам рассказывала в прошлом влоге, из-за врача я не успела купить. Ну, ладно, все, что не делается, все к лучшему. Иду купить кофе на работу. Бомбей. Я гуляла в штате час 34 минуты.
Оплате 4 евро, пожалуйста. Вообще все дороже и дороже. Та-дам! У нас масленица, последний день, по-моему, сегодня, да? Прощенное воскресенье. Ребята, простите меня все, если я вас чем-то обидела. Вот, в общем, я сегодня спала до 12 или до часу. Не знаю, у меня какой-то шляф модус. Я не знаю, что со мной происходит. Мне хочется спать, спать и спать. Вот, я проснулась с таким прям желанием на блинчики. Я даже их сделала. Ну, вернее, тесто уже сделала. Не знаю, сейчас что получится. Первый блин. Блин, как всегда, будет комом. Вот, такое тесто у меня получилось. Сейчас будут у Виктории Светы Евгеньевны блины. Так, ну, как всегда, первый блин комом. Остальное все перфект. Они такие вкусненькие, с ванилинчиком. Да сейчас со сгущеночкой, ребята. Мне можно только один. Все остальное Левке. Вот. Всем приятного аппетита. Масленица состоялась даже у меня. Ребята, час ночи, я пришла с работы. Хочу вам показать ужин бомжа. Вах! Тут, в общем, празднество какое-то было, но я пиццу не очень. Ну, не то, что не очень, мне тесто нельзя. Я так один кусочек съела, вверх только тесто оставила. И подсела на капусту, кимчи называется. Смотрела каких-то блогеров. И скорее, что ли, вот они везде эту кимчи, кимчи. Думаю, попробую я кимчи. Ребята, я теперь эту кимчи совсем. Вот что не ем, кимчи в прикуску. Это так вкусно. Надо, наверное, научиться самой делать. Ну, хотя нафиг оно мне надо. Вот это очень вкусно. Зачем я буду еще париться? Сама делала. Она в меру остренькая такая. В русском магазине я покупаю. Ребята, у меня даже нет. Я, видите, взяла ножик, вилку. Ну, сосиску там почистила, и я ловлю себя на мысли, что я сижу и ем руками из тарелки. Прям вот так беру капусту, так ем. Представляете, насколько я уставшая. Смотрю блогера. Анушка Санкт-Петербург. Вот по вечерам. А это я Земфиру слушала, пока домой ехала. Короче, вот это сломанное ребро. Вот смотрите на эту сосиску, да, ободранную. Сломанное ребро, послеоперационные вот эти симптомы, плюс... Скорее всего, у меня климакс и вот эти приливы-отливы. Короче, ребята, ну держимся, что сделаешь. С удовольствием хожу на работу, отвлекаюсь, люблю. Ну вот, вот такой ужин, представляете, рабочий человек называется. Не могу даже ножик с вилкой руками держать. Ем. А, кстати, корейцы едят руками или... Нет, корейцы, по-моему, едят палочками, да? Ну, короче, вот такой вот вариант. Нажаловалась вам, ребята, устала ужасно сегодня. Анджеки ушел уже, хотела вам его показать. До завтра. Догадайтесь, трех раз, куда я пришла. Да, ребята, я пришла в солярий. Дабы не выглядеть как смерть. Знаете, я уже месяц хожу так по 5 минуточек. Чуть-чуть буквально. Не успеваю даже нагреваться, живот накрываю, живот белый. Только чтобы цвет лица немножко улучшить, иначе я похожа на смерть, просто бледная, ужасно. Вот, и так намного лучше. И смотрите, что я себе вчера купила, там вот наушники вот такие. Там домой приду, вам покажу такие клипсы бомбические. Все, я раздеваюсь и греться на солнышко целых 5 минут. Ребят, полчаса волосы укладывала, вышла на улицу, а у нас ветер. Вообще не было ветра, я вышла, он начался. Прическа Левин, как львица. В общем, сейчас я съем вот такой маскарпоне сырочек. Вернее, не съем, а по дороге буду есть. И еду на работу, как всегда. Шпейчехт. Последний сегодня. Ребята, это такой кайф, вот эти наушники. Короче, я 2 дня уже с ними играю. Ребята, у меня такое событие, я опаздываю. А тут такое. Ха, круто, обожаю. Это сегодня пятница, тут у нас какой-то, ну не какой-то, а маркет свежих продуктов. Ой, открыть же сначала нужно. В общем, я в кожанке, ребята. Неспроста. Сейчас вам все расскажу. Вот так вот. Слушайте, это мне, конечно, комплимент. С другой стороны, такая же фигня. Ой! Обожаю. Ой! Фух!
поломанным ребром. Ой, теперь ногу еще осталось. Ребята, у меня нога застряла, да блин. Ой. Ой, все. В общем, вот так. Полет нормальный. О, вот это я загорела, ребята, класс. Вообще суперски. Вот, я знаю, что вы будете мне писать, что мне нельзя. О, знаю, что нельзя в солярium ходить, но я не греюсь, честно. Но я не могла на себя больше в зеркало смотреть, я как смерть, просто как смерть. Бледная, вот такие синяки под глазами. И само по себе это не пройдет, знаете. Вот, я до сих пор бледная, до сих пор синяки, но теперь хоть загоревшая. Короче, рассказываю вам такую историю. В общем, на работе у нас там есть сосед, и мы с девочкой стояли на улице, что-то там обсуждали по работе. И, в общем, сосед подъехал на мотоцикле. А я последнее время что-то вообще как-то неровно дышу на мотоцикле. Ой, ну и как всегда, Виктория Света Евгеньевна, ну, не может промолчать. Но он так эффектно подъехал. Я люблю делать людям комплименты, но с такой подковырочкой, знаете, всегда. Это моя проблема. Вот. И, значит, он подъезжает такой, снимает каску такой крутой. И тут, я не знаю, оно само по себе как-то так вылетело. Я говорю, ну, круто выглядишь, но блондинки сзади не хватает. И он такой поворачивается и говорит, а у тебя есть шлем? И тут у меня такой, да, договорилась. Ну, не совсем, чтобы уж прям блондинка-то, да? Ну, да, светлые волосы. Я говорю, не, хельма у меня нет, шлема нет. Ха-ха-хи-хи. И, в общем, он уже месяц, наверное, как ходит. Ну, что у тебя хельм есть? И теперь, короче, у кого-то он там спрашивал еще что-то. Я думала, это все, ну, на уровне хи-хи-ха-ха. И вчера он подходит и говорит, так, я себе купил новый хельм, новый шлем. А мой, типа, по мере. И это так быстро все так произошло, я даже ничего понять не успела. У него в руках этот шлем был, он мне раз его на голову одевает, я так... Он такой подходит, все, типа, когда у тебя время есть поехать, я... А мне так хочется, ну, не то, что хочется, а мне хочется на мотоцикле прокатиться, потому что я последний раз, я помню, лет 8 каталась с папой на мотоцикле, и такие ощущения были бомбические. Вот. И поскольку я этого очень долго хотела, ну, я как бы хотела сама сдать на права и себе купить мотоцикл, ну, сейчас я попробую, может быть, это будет толчок, чтобы в конце концов это сделать, да, если что-то хочется. Вот. Так что Виктория Света Евгеньевна сейчас поедет кататься на мотоцикле. Боже мой, мне страшно. Вот до босрачки просто, по-другому не могу сказать. Я помню этот гифюль, мы когда разговаривали... Там еще коллега подошел, как нужно ехать сзади. И вы знаете, я вспомнила вот этот гифюль, когда я с папой ездила. Ну, я чаще всего в люльке ездила, но были какие-то моменты, когда я ездила. Я не знаю, но это только с ним может быть. Больше ни с кем не ездила на мотоцикле. То есть я держалась вот так за его куртку крепко-крепко, потому что обнять я его не могла. У меня ручки еще были маленькие, я была маленькая. Вот, ребят, все, короче, я поехала. Страшно, ужасно. Ну, человек надежный, проверенные, поэтому, ну, как бы с ним не страшно. Ну, возраст соответственный, чуть постарше. Все, поехала. Ребята, мы приехали, все хорошо, я живая. As far as okay. У меня столько эмоций, и просто переполняет, мне все трясет, у меня руки болят. Я так крепко держалась. Мы ехали потихонечку, все было прям пикобелло, я не могу сказать. Я не могу, у меня столько эмоций, я должна рунда коман. Мне понравилось, короче, ребята, на велосипеде кататься, который мотоцикл. На велосипеде, который мотоцикл. Но вы меня поняли, да? Попозже еще вам расскажу. Ребята, вот я уже сижу в машине. В общем, у меня сегодня идея фикс. У меня же выходной сегодня. Я очень хотела дозаписать этот влог и показывать вам весь сегодняшний день, когда у меня выходной, у меня всегда что-то происходит. То одно, то другое. Сейчас... Да, я сегодня каталась на мотоцикле, я это вам только что рассказывала. Я еще до сих пор на адреналине, на таком. О, хоть каждый день, пожалуйста. Все-таки, наверное, стоит мне сделать такое дело, как права на мотоцикл. Хотя сейчас можно уже и на велике кататься. Я думаю, такое уже удовольствие буду получать от велика, от Левкиного. Так, меня пригласили сегодня на 7 вечера в гости.
у одной моей хорошей старой знакомой родилась внучка. Меня пригласили в гости, я купила небольшие подарочки и уже хотела выдвигаться к 7. Сейчас у нас 7:42, но у Леона друга завтра день рождения, и он был ответственный за подарок. И вот мы поехали в Кауфлянд, закупили целый корп. Вот, побалдели с ним, провели какое-то время. То есть мы с Леоном каждый день проводим время, да, несмотря на то, что я работаю, как-то у нас все равно получается. Я безумно рада, когда я могу ему чем-то помочь, что-то подсказать. И в свою очередь он мне тоже, когда я организую там праздники на работе, он тоже мне помогает. И вот таким образом мы как-то проводим время. Вот, а сейчас я лечу в гости, ребята, в гости. Я 100 лет не была в гостях, и коли уж меня пригласили, думаю, ну отказываться-то грех. Хотя еду ненадолго, завтра у меня первая смена, мне как бы сегодня пораньше спать лечь надо бы. Но поскольку я последние 6 дней работала во вторую смену, в крайнем, самом... Короче, раньше 3 я все равно не усну, поэтому я сейчас поеду, пообщаюсь, обменяюсь энергией, послушаю новости, что там происходит в нашем любимом Хессентале, расскажу свои и как бы потом уже поеду спать. Вот. Может быть, еще что-то для вас запишу. Ну что, ребята, все, я дома, время 1:00. Жутко боюсь проспать завтра. Но оно того стоило. Насмеялись с девчонками, навспоминались. Все-таки мы уже знакомы больше... Ну, не больше 20 лет, около 20 лет, я так скажу, да. Вот. Да, я считаю, сколько, да. Если я в Германии 20, как раз мы в феврале, мы в лагере для беженцев... Для беженцев, господи. В лагере для переселенцев жили не больше 2,5 месяца. И кажется, с марта месяца мы уже жили вот как раз там, где все девчонки жили, с которыми я сегодня встречалась. Вот так скажем. Все. Я устала смертельно, у меня язык на плече. Да, ребята, вот такая вот у меня жизнь. Жизнь не проходит мимо, у меня постоянно какие-то события. И вот сегодня мы вспоминали... Как мы отмечали дни рождения, и мы не могли вспомнить, был ли это мой день рождения, или был это день рождения моего мужа бывшего. И они мне рассказывают, что у меня была камера. Можете себе представить? Я вообще такого не помню, что у меня была видеокамера. Не на телефон, а реально была видеокамера. И только потом я вспомнила, что да, я меняла кассеты, и у меня действительно была камера в то время, представляете? Я блогер с какого времени? Ха-ха-ха. Только камеры уже больше нет. Даже без понятия, где она. Но они меня навели на ту мысль, что где-то дома у меня должны быть кассеты. Хотя я знаю все, где у меня дома лежит. Надо перерыть. Короче, в общем, ребята, у меня нет ни одной фотографии, ни одного видео с Леона с детства. Но очень мало. Потому что в основном они были все сохранены на компьютер. И как всегда, знаете, компьютер ломается, фотки там оставляются. И как бы они не печатаются. Ну, очень редко мы печатали фотографии. И как бы с Леона детства у меня 1-2 и обчелся этих фотографий. А оказывается, у меня еще видео есть с его детства. Только нужно как-то перевести в цифровой формат. Вы когда-нибудь с кассет переводили видео в цифровой формат? Надо погуглить, я не знаю даже, как это делается. И прям у меня так, вау, я могу увидеть Лёвку маленьким. Вот так вот, ребятки, все. Буду заканчивать этот влог. Не знаю, что рассказала, что не рассказала. Есть у меня тема для разговора, но пока я ее должна как-то принять. И да, это про... Короче, не буду, ребята. Очень болезненная тема на данный момент. Я ее перерабатываю, потом вам как-нибудь расскажу. Все, вот такой день у меня сегодня был. Я накаталась на мотоцикле, я сходила с подружками, поужинала, мы чуть-чуть выпили белого винца, там кто белого, посмеялись. С Леоном сейчас я пришла, мы еще раз посмеялись. В общем, он мне музыку там дал послушать. Короче, классно, что я Леона родила в таком юном возрасте. Мы теперь вот реально с ним на одной волне, и я... Безумно этому рада. Вот, все, всех люблю, всех целую. Желаю всем отличного настроения.
Вот, весна на улице, больше гуляйте, выходите на улицу гулять. Там так красиво, я вот сегодня на мотоцикле, когда ехала, я все деревни рассмотрела. Блин, такой кайф, ребята. У меня следующая неделя, с понедельника, отпуск недели, я буду гулять, 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 лишь бы погода хорошая была. Все, теперь всех люблю, всех целую. Пока-пока, ваша. Бонус. Смотрите, чтобы не проспать на работу, у меня будет 2 будильника. Плюс меня Леон завтра утром разбудит. И еще у меня есть план С. Вот. Наушники. Кстати, я же вам весь день пыталась рассказать про свои наушники, ребята. Вот они какие. Так, нет, так не пойдет. Подождите. Вот. Про маленькие наушники, те, которые в уши вставляются. Ой, извините, ну палец вообще не подходящий. Они у меня всегда из ушей вываливаются. А это наушник клипса. Вот видите, что я с ним могу делать, и ничего не происходит. Так, конечно, я головой не мотаю, но, может быть, иногда только вот эта вот новая версия наушников очень маленьких, компактных. Рекомендую, они вообще классные. Их замечательность в том, что ты слышишь, что происходит вокруг, и слышишь музыку. Для меня это было важно, допустим, кататься на велике или на работе, там, когда-никогда что-нибудь послушать. Я полностью слышу, что вокруг меня происходит, и слышу музыку. Если сделать громко на всю громкость, то ничего не слышно, что вокруг происходит. А если тихо, то они совершенно акустически не мешают. Все. Вот теперь я вам всем похвасталась. Ложусь спать. Спокойной ночи.